Кубок России – это последний тестовый матч на стадионе «Фишт» перед Кубком Конфедерации. По данным РФС, игру посетят более 20 тысяч болельщиков. Из них 6 тысяч – это фанаты клубов «Урал» и «Локомотив». И всем хорошо известно, как порой могут себя вести ярые футбольные болельщики. Поэтому основной упор, отметил Анатолий Пахомов, на безопасность. Важно не допустить беспорядков. Необходимо продумать все меры к тому, чтобы, первое, это меры гостеприимства, это встреча всех, значит, гостей, всех спортсменов, футболистов, особенно фанатов, тоже встречать. Я думаю, что хлеб-соль никому не помешает, добрые отношения. Мы ориентируемся на Казань, там прошел матч, и фанаты «Спартака» там наделали много неприятных вещей. Вот. Мы как бы выяснили за фанатов «Локомотива», они как бы вроде бы лояльные болельщики, но, повторяю еще раз, расслабляться ни в коем случае нельзя. Перед матчем на Олимпийской набережной запланировано шествие футбольных фанатов и пресс-тур российских и иностранных журналистов. Просьба к сочинцам от главы города быть гостеприимными, как они это хорошо умеют делать. Также на совещании Анатолий Пахомов сообщил о кадровых перестановках. Уволена с занимаемой должности директор Дома культуры Дагомыс Ольга Дубровская. Замначальника управления культуры получила строгий выговор. Дело в том, что в ДК никто не контролирует рамку досмотра, а значит, меры безопасности не обеспечены. Мэр подчеркнул, что так будет с каждым, кто халатно относится к вопросам безопасности и служебным обязанностям.